Приветствую всех на своем канале. Решил обновить антикоррозийную защиту на автомобиле. На днище уже в скрытых полостях повносил состав собственного производства. Это пушечное сало, трансмиссионное масло, АТФ-ка Dexron 3, также и мобиль и свечка расплавленная. Весь этот состав еще разбавлен бензином Алошей, чтобы при нанесении был более жидкий, а потом уже немного застывал. Ну, скрытые полости повносил, нигде не течет, там понемногу повытекало, а так все держится пленкой. И уже, как видите, начал в дверях носить. Вот такой вот получается состав. Нанес, и он немного стекает, но еще потечет. И останется состав этот, и не застывает. А это самое главное. И мало текуч. Вносил таким вот пистолетом. Вообще антиградвейный пистолет, но был доработан немного. Был сделан переходник под шланг, трубку. И когда в порогах носил, там он еще длинный, такой метровый. И таким вот пистолетом все это наносится. Сейчас покажу, как это все происходит. Берется пистолет и пошел заливать. Вот как видите, наносится все таким хорошим слоем. Потом еще сверху, как видно, уже начал понемногу стекать, стечет. Также шлангом можно залезть туда, где кисточкой не залезешь, не зальешь. Ну и все это со временем протечет и будет опять дверь защищена от коррозии. Вот этой двери уже родные двери на копейке. 48 лет. Есть кое-где ржавчина, но в основном вся целая дверь. Этот состав сделал для того, чтобы в скрытых полостях, на открытых поверхностях, он и под действием, ну, как песка, когда едешь, песок летит и вода, он посмывается. А в скрытых полостях он себя покажет отлично. А еще забыл упомянуть, еще добавлено, остался еще с советских времен Негрол, еще был добавлен туда состав Негрол. Всем, кому понравилось видео, как всегда, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и ждем новых видео. Всем пока!